Четвертый бой. Двухраундовый поединок в промежуточном весе 86 килограммов. И в синий угол клетки приглашается боец из Благовещенска. Встречайте, Сергей Проскуряков! It's time to shake ground in the eighth round. My battle will break down. The peak in the front door, jumping the cyclone. Yes, yes, I know. Red team, red sea, back red team, pulling hard. What the fuck? Love the last whole game in the club. Don't take credit. Why not? We got so much street credit. The fucking police let us. Now that's bullshit, cause we don't back heat. So come and get your head cracked in a fat meat. И в красный угол клетки приглашается боец из Уссурийска. Встречайте, Александр Чебаев. Уважаемые зрители, представляю вам соперника. Боец в синем углу клетки, ему 32 года. Рост 180 сантиметров, вес 85 килограммов 300 граммов. Профессиональный рекорд 8-3. Сергей Проскуряков! И его соперник, стоящий в красном углу клетки, ему 30 лет. Рост 180 сантиметров, вес 85 килограммов 700 граммов. Профессиональный рекорд 1-1. Представляет спортивный клуб мужества. Встречайте, Александр Чебаев. Бойцы на середину. Руки собрал. Легче, легче, старый.
and your